Всім вітаю вас у студії медіа холдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Зовсім небагато часу залишається до нового року. Яким він буде, будемо дізнаватися від Оксани Півняк, доктора причинної медицини, універсологині, астросистематологині. Тож, я дуже рада бачити вас сьогодні, пані Оксано. І насправді так багато всього можна розповісти про цей та інші роки, але ж основні тенденції кожного року ми можемо для себе визначити. І, звісно ж, підходячи до цього питання саме з цього боку, ми можемо себе тим чи іншим видом поводити, чи, можливо, якось на що звертати увагу, так, і дізнаємося, для яких знаків цей рік буде вдалим, а які знаки, можливо, треба трошки, знаєте, їм посидіти десь тихенько, або просто нічого не робити, чи як там. Тобто, який же він, 2020 рік, рік Пацюка? Да, очень интересно, какой же нас ждет год, год 2020. Уже в самом наименовании года заложена очень ценная такая глубинная информация. Нам надо научиться это читать. В принципе, астрология сегодня это уже такая наука, которая помогает нам прогнозировать свою жизнь, смоделировать, подготовиться. Мы вот даже сегодня встречаемся в коридоре затмений. То есть это очень такой важный, ценный период. И здорово, если мы с экранов сегодня прозвучим, люди услышат, действительно подготовиться более осознанно к 2020 году. Потому что если в целом взять тенденции, то этот год, 2019, он завершался парадом планет. Сейчас планеты стоят в таком очень тоже четком напряжении, но в близости друг с другом. И вот этот период, он шел долгое время. И в 2020 году планеты начнут расходиться. Це добре, но. А вот если мы подготовили себя к этому 2020, то есть что значит сближение? Планет. Это значит, что мы должны были за вот эти годы, особенно вот, да, предыдущие годы, осознать свое место в жизни, более глубоко задуматься, туда ли мы двигаемся, какая наша стратегия, вот, подвести некие итоги в своих семьях, в своих родах, навести там порядок. Это то, что я сейчас говорю, если мы не успели, мы быстро начинаем это делать. У нас за три дня. Еще 3 дня – это космос, сколько времени, чтобы подготовиться, Юлечка. Вот. И, соответственно, вынести некие такие ценностные, очень важные вещи, вот такие бриллианты, с которыми мы пойдем не физические, а энергетические, психологические, качественные опыты, наши таланты, дары, все, что мы насобирали, причем в веках иногда собирали, вот это сейчас очень важно собрать в корзинку. Потому что если мы этого не сделаем, как будет двигаться 2020 год? Вот в самом году заложена двоечка – это планета Меркурий, и она будет влиять, причем в двух сценариях развития. Один сценарий развития – это бог торговли и, соответственно, правильного отношения нас к ресурсам. И если мы подготовились, ценности вынесли, стратегию знаем, ух, какой у нас будет подъем, нам реально Меркурий даст возможности, финансовые в том числе, у нас будут классные обретения какие-то, да, у нас будут какие-то классные сделки, которые нам помогут, если наши цели имеют отношение к нашей душе, имеют отношение к нашей программе стратегической важной развития, в том числе и духовной, и тогда материальное будет служить духовному, и вот эта энергия, она будет в правильном ракурсе двигаться, направляться. С другой стороны, Меркурий может принести экономический, в том числе и системный такой кризис, который начнется с середины января, в том числе и для Украины. Это такой сложный период. Если мы не научимся правильно относиться к финансам, как к ресурсам своей жизни, а не как к панацее жизни, то, соответственно, эти экономические кризисы, они будут нарастать с января месяца до июля, и пик кризисной активности экономической, в том числе, вплоть до глобальных перестроек экономической системы, именно этот год этим обременен или осчастлен, сливит нас, произойдет в сентябре месяце. И так, чем интересен еще этот год, да? Это мы про Меркурий, про финансы, про экономику. Этот год очень интересен. Его еще называют в китайской философии такое схождение королевское планет. То есть вместе в Козероге в Новый год сойдутся 3 очень важные планеты. Сатурн, Юпитер и Плутон. И вот эти планеты так аккуратно стали в Козерога, что они будут стимулировать человечество к выходу новых лидеров на арену, к политическим каким-то изменениям. Но самое главное –
и лидеров, и народ будут учить согласовывать свои действия, сотрудничать, однозначно договариваться в своих семьях, в своих коллективах, ни в коем случае не конфликтовать. Тобто конфликту, як такого, може і не бути. Так? Точно. Но если мы этому не научились за предыдущие годы, если мы это не родили как интеграцию на сегодняшний день, то нас, в принципе, ожидают и политические очень мощные изменения, и катаклизмы. И если взять обычную семью, то это падение ценностей, вплоть до того, что серьезные развалы, распады, расходы в коллективных отношениях любого формата. И в этом году влияет не только Меркурий на нас, а если 2020 сложить воедино, будет четверочка. На нас мощно будет влиять планета Уран. Причем это такая планета, которая сейчас будет задавать параметры развития всему человечеству на ближайшую эпоху. И мы закончили с вами эпоху рыб, и именно в этом году, в 2020-м, эта эпоха максимально будет проявлена вообще на Земле. Эпоха Водолея закончилась рыб, эпоха Водолея входит. Вот она несет определенные вкусные тенденции, она эпоха перемен, эпоха качественных изменений. Четверка – это, в принципе, нестандартность, креативность. Все люди, которые… Творча такая. Творча такая, вот геть-геть творча. Вот если вы где-то что-то творческое спало у вас внутри, пробудите его перед Новым годом, помечтайте о том, что нужно это творчество в этом году реализовать. Пойдет очень мощный подъем, и очень мощно на это придут ресурсы любые, даже волшебным образом придут. Ничего себе. И будут, да, выстроены качественные отношения, которые помогут творческому потенциалу любого человека реализоваться. Так, це ми запам'ятали, треба обов'язково. А рік Пацюка, от наскільки він цікавим може бути для нас, для усіх знаків, і на що треба звернути особливу увагу? По знакам, якщо говорити, що ожидається такого относительно одновременно, і можливості, і питання даються чотирьом основним знакам. Це Овен, це Рак, це Віси і Козерог. От чотири знака, у яких буде либо розцвіт, підйом, либо очень серьезные испытания придут бы в их систему жизни. Для Овна будут испытания по поводу его идейного, мечтательного поля и его реализации. Для Рака будут испытания в системе отношений и своей нужности и полезности миру. Для Весов будут испытания относительно правильно выбранных ориентирований, все время в сомнениях и не знают, куда себя направить. У Козерога будут испытания по поводу своих карьерных ростов, достижений каких-то, выходов за пределы себя и в том числе и духовных программ, которые, может быть, были бы спящими. Вот эти знаки максимально будут активны в этом году. И вообще очень много будет у людей возможности принимать вот такие кардинальные решения, кардинальный крест в своей мощной и сильной активности. Чуть легче будет тем, кто в фиксированном кресте. Это тельцы, это львы, это скорпионы и водолеи. Вот в этой четверичности им будет более свободно, что ли, да, не так напряжно. Вот. Но тем не менее, у нас Уран входит в Тельца. Он долгое время, это планеты такие долгие, длинные, он долго стоял в Овне и, в принципе, нас всех ориентировал по целям, по мечтам, по образу будущего, по ориентирам. Сейчас он входит в Тельца, поэтому у Тельцов будет возможность себя тоже проявить, потому что энергии много, но энергия Урана в Тельце – это энергия преобразований, изменений. Поэтому очень важно тем, кто на фиксированном кресте, навести порядочек в своих отношениях, в своей системе жизни. Все упорядочить, от ненужного отказаться, на что-то важное, нужное сконцентрироваться, туда направить время, запланировать что-то себе. Вот как бы… Ну, ось такий, бачите, не можна сказати, що треба розслаблятися. Справді, цей рік, мабуть, він такий, не дарма 2020. Да. Да, еще скажу важную вещь. Именно в этом году, 2020, закладывается, опять же, благодаря вот этой конфигурации нескольких соединенных планет, закладывается программа развития человека на 20 ближайших лет. Ого! Поэтому то, как мы этот год максимально, вот многие сейчас приходят и на консультации, где-то так в поле попадают, говорят, так не хочется ни цели писать, ни мечты. Вот это плохо. Надо треба. Себя, да, надо себя на это сконцентрировать. На 20 років вперед. Потому Ой. Что это как бы сейчас вот что заложим, какой кораблик построим, в такой лодке и поплывем. То есть если это будет пароход, значит мы будем не одиноки. Если это будет каноэ, на двоих и будем плыть, и будет тяжко. Не дарма кажуть, що треба вміти ще правильно орієнтуватися у тих ваших мріях, треба чітко формулювати бажання, і треба ще знати, як же правильно викласти їх на полички.
Так, очень важно. Так. Видите, как нужно мечтать. Это тоже целая наука. Нельзя мечтать только о материальном. Нельзя мечтать, чтобы у меня все больше, больше, больше чего-то было. Во-первых, всегда нужно в мечтах помнить о себе. Причем, чем старше мы становимся, тем о себе мы там 30% мечтаний оставляем. Больше мы, 35 плюс уже, когда живем, больше мы мечтаем о семье, о коллективах, о тех, кто нас окружает. Дети и так далее. Да, совершенно верно. То есть немножко о других. И третий уровень мечтаний, мы важно это должны закладывать, это мечта о нашем государстве, о тех, кто нуждается в нас, да, об обществе, о мире, о планете. То есть мы должны заботиться не только о своем вот здесь близком-близком. И год на это будет нас очень сильно целеориентировать. Да? То есть если мы только сфокусированы в себе и на себе, ну, нам пришлют какие-то серьезные такие... А если мы испытания, а если мы все-таки ну, мечтаем и хотим качественных изменений, они могут прийти в этом году даже в нашу страну в лучшем формате. Если мы будем мечтать все вместе. Знаете, когда синхронизированы многие люди мечтают об одном и том же, о чем-то хорошем, но это хорошее может быть. Да, я думаю, всі вже хочуть, щоб стабілізувалася і стабілізувалася ситуація в Україні, насправді, із конфліктами, із усім, що у нас є, війна. Да. Тобто, насправді, я думаю, що так і буде. Люди усі зараз будуть про це думати. Да, очень важно не просто думати, надо мирний сценарій розвитку накопити як опит в наших хоча б сім'ях. Тобто, навчитися не конфликтовать, не скандалить, научиться согласовывать, договариваться в трудовых коллективах, садиться за общий стол, вести переговоры, потому что сейчас очень многих ну, процессах, особенно там где-то июль, август, вскроются деструктивные состояния на предприятиях. Ага. Их нужно будет урегулировать, а для этого надо научиться ну, договариваться, выходит, согласовывать. Выходит, что лето будет найтяжчим, так? Июль-август там будет такой напряженный. Как готовиться до него? Чи только ось те, что вы сказали, допоможе? Ну, ми справді не хочемо конфліктів, але ж якщо вже, як то кажуть, пішов накал, то що вже зробиш? Що нас може примирити? Да, и вот эти любые системы примирения, их надо изучать и на это тренировать себя, как руководителей, команды, которые у нас есть. Нас примиряют общие ценности и цели. Все. Все остальное мы найдем, по поводу чего нам поругаться. Да? А вот ценности и цели – это то, что нас объединяет, и то, что даст энергию для будущего и для возможности быть на месте. Ну, треба собі занотувати навіть. Так. Якщо ми цього трошки десь колись забуваємо про це, так. Так, то треба, звісно ж, про це пригадати. А з приводу того, що кажуть, от металевий пацюк, кажуть, що треба якось вдягатися, задобрити його. Чи це правда, чи це працює, чи треба на це не звертати увагу? Ну, весь вопрос в том, что знаковый символизм, он всегда работает. Вопрос в том, наделяем ли мы смыслом этот знаковый символизм, или просто одеваем какие-то вещи и представляем, что вот сейчас какое-то волшебство в нашей жизни произойдет. Волшебство происходит в том случае, если мы ну, действительно движемся по своему предназначению раз, и осознанно живем каждый свой день два. И осознанно связано с элементарных вещей, ну, даже бытовых. Это правильное осознанное питание. То есть в этом году, 2020, если мы не хотим болеть, то нам придется изменить да, системы ритма своей жизни, вдох-выдох и активности, расслабления. Нам придется прийти... треба и працювати. Совершенно верно. Нам придется смотреть, вот, что мы едим, как мы едим, как это питание влияет на нас и на наше здоровье. То есть вот эти смысловые осознанные посылы, ну, они действительно будут важны в этом году. Да? И если говорить, ну, там, металлическая, там, серебряная нить, которая связана с этим годом, то, в принципе, золото – это ценностный аспект, который нам важно накопить. А серебро – это не всегда золото, то, что блестит. Да? То есть нужно будет научиться различать в этом году, что есть истинные ценности, а что есть ценности тленные, которые за собой мы никуда не унесем, если будем удаляться из этого мира. А який він сам по собі цей пацюк? Ну, розумний, так? Завжди казали, що пацюк, і всі ми знаємо, що пацюки насправді і нібито і добрі, і розумні. Але ж якщо до пацюка ставитись ось так, що його будемо ловити, там, так, то він буде ж себе показувати з іншого боку. Мені дуже подобалося, коли ти дитинку читала книжку, взагалі, як з'явився вот этот китайський гороскоп. Миша оказалась там самая умная. Она говорит, я самое большое животное, несмотря на то, что она такая маленькая, да? Меня все боятся. Никто не мог поверить, да, и как бы дали возможность этому проявиться. Она залезла сверху на слона, потому что говорит, не, ну слон самый большой,
самый огромный. Она залезла сверху на слона и говорит, пойдемте теперь в люди посмотрим, как ну, будут реагировать на слона и на мышь. Да? И, соответственно, на мышь все кричат, а, мышка, мышка, все от нее убегали. То есть фактически, ну, если мы знаем какие-то негативные аспекты проявления в своей индивидуальности, личности в наших отношениях, ну, желательно их вскрывать самостоятельно, не ждать, когда это произойдет какими-то сложными обстоятельствами. Да? Не бояться, не убегать от конфликтов, лучше их открывать и максимально дать возможности прожить этот конфликт, вывести его вовне и увидеть ценности в этом конфликте. Потому что любой конфликт – это напряжение. Любое напряжение дано для развития. И нам же дається усе для досвіду. Точно. Як нам треба до цього Точно. Ставитись? Лише так. І таким чином ми зможемо себе побороти, так? Да. І вийти на той рівень, який нам потрібен насправді. Якщо особливо, якщо ви кажете, отак ми скільки років накопичували, готувалися, так. А тепер зараз ми можемо піти вже в цей рік з тим досвідом, з тим багажем, який у нас так. зараз залишився. Так. Ну, наостанок хочеться трошки від вас почути усього такого приємного, можливо, і не дуже, так, зробити якісь висновки, підсумок. Будь ласка, для тих знаків, про які ми ще сьогодні не говорили. Ну, ми не говорили про мутабельний крест. Я сама із мутабельного креста. Це близнеці, це діви, це стрільці і риби. А вот это очень динамичные, такие чувствующие веяния нового люди. Но в этом году им будет непросто. То есть если они действительно уже подготовились к году и вот, вот эту новизну для себя открыли, выявили, особенно активен будет близнец в этом году. Там хорошо тоже стоят планеты. У него будет возможность через связи, через коммуникации, через вот такие партнерские отношения быть очень актуализированным в этом году. Если он действительно занимается любимым делом, и это дело ему там служит, помогает и даст очень мощный ресурс. Девы, если они не будут критичны ни к себе, ни к другим, а где-то научатся в жизнь вносить такую системность, упорядоченность и сделают это ну, своим таким талантом и даром начнут этим звучать, естественно, они будут тоже актуализированы. А вот что касается стрельцов, то у них, кстати, огромная возможность в этом году выйти за пределы себя и в отношениях, и в жизни, если они будут путешествовать, и путешествовать будут осознанно. Там вообще ну, в этом году это мощная ресурсная часть, и через путешествия кстати, возможность зарабатывать в том числе и финансы, если они смысловые путешествия, да, то есть идейные такие, что значит финансы получить, то есть получить энергию для роста и для развития. Вот, у рыб это вообще эпогей для них этого года, потому что рыба это сплошная гениальность и творчество. Вопрос в том, если рыба занимается, допустим, в техногенном мире, в мире только IT-технологиями, вот она может почувствовать деструктивные уровни физики, ей очень важен творческий аспект. Я всегда, когда ко мне приходят на консультацию айтишники, я говорю, занимайтесь пением, занимайтесь танцами, занимайтесь каким-то творчеством. Они меня всегда смотрят, но работает, помогает, иначе тогда разрушается здоровье. Ну все, я зрозуміла. Тоді налаштовуємось на творчість, так, і цей рік так. принесе нам успіх, так? Так, так. Ну що ж, пані Оксано, дуже дякую вам, що прийшли сьогодні, розповіли багато чого цікавого для нашої країни і теж. І обов'язково треба налаштуватися на цей рік. Ще є час підготуватися, зробити усе, що нам потрібно в наших родинах, в колі нашому, можливо, там робочому, усіх сферах нашого життя. І все. І підготуватись до цього року, 2020, справді, такі гарні цифри, чому б ні, так? Так і тоді так. підемо з радістю, щастям, будемо задоволеними. І цей рік нам принесе лише успіх. А ми з вами зустрінемось вже за декілька хвилин.